Прохладная погода не помешала спортсменам выйти на старт чемпионата города по легкой атлетике. Участники состязались на дистанциях 100, 400, 1500 и 3000 метров. Каждый старался правильно разложить силы и показать достойный результат. Всем поздравляю с открытием соревнований. Желаю быстрых секунд и пусть победит сильнейших. На старт вышли как титулованные спортсмены, так и те, кто просто любит бегать. У каждого участника была своя тактика. Кто-то начинал с низкого старта, чтобы выиграть доли секунд на 100-метровке. Кто-то постепенно наращивал темп на длинных дистанциях, чтобы сохранить силы и обогнать уставших соперников на финишной прямой. Каждый раз мы видим все новые и новые лица. Мы очень рады, что с каждым годом у нас прибавляется численность любителей спорта. Легкой атлетики и физкультуры. Екатерина Разумкова стала самой юной участницей соревнований. Спортсменка занимается в секции легкой атлетики и решила проверить свои силы на чемпионате города. Несмотря на юный возраст, Екатерина не уступала старшим соперникам и стала призером сразу на двух дистанциях. Я участвовала в дистанциях 100 метров, 400 метров. Мне было проще 100 метров, а сложнее 400 метров. Победители и призеров соревнований наградили грамотами и подарочными сертификатами. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.